В Берлине скончался медик, которого сегодня расстрелял его бывший пациент. 55-летний врач-ортодонт получил множественные пулевые ранения. Спасти его не помогла даже операция. Убийцей оказался 72-летний немец. Что его толкнуло на столь страшный поступок, выясняет полиция. На то, что это дело не связано с терроризмом, уже подтвердили. Кровавая драма разыгралась в кампусе имени Бенджамина Франклина, знаменитой университетской клиники Шарите. Преступник беспрепятственно прошел здание, добрался до 4-го этажа и открыл огонь в отделении челюстно-лицевой хирургии. Пациентов и персонал оперативно эвакуировали, на место прибыл спецназ и подразделение антитеррор. Уже позже полиция заявила, что речь о теракте не идет. Клинический комплекс Шарите крупнейший в Европе. Там проводят исследования и даже учат врачей. Более половины немецких лауреатов Нобелевской премии в сфере медицины и физиологии работали в этом госпитале. Среди самых известных его пациентов – Борис Ельцин, Михаил Горбачев, Эдуард Шеварднадзе, Ангела Меркель и Юлия Тимошенко.